І цэнтральная пляцоўка ў сталічным парку імя Горкага сёння ператварылася ў велізарны дзіцячы мальберт. Юныя мастакі на асфальце малявалі свае мары. А прадстаўнікі самай маладзёжнай арганізацыі краіны для дзяцей правялі віктарыны і інтэрактыўныя гульні. Завяршыўся дзіцячы фэст маштабным танцавальным флэшмобам. Объявили перед началом программы, что у нас программа будет, и родители, и сами дети с удовольствием пришли посмотреть, поучаствовать. И мы еще не успели начать, дети уже подбегали спрашивать, какие конкурсы, какие подарки. Но детям это интересно, и мы очень рады, что дети отозвались и с удовольствием приняли участие в нашем мероприятии. Сегодня волонтеры Молодежного союза наведывают дитячие дома, интернаты, больницы, а так само виншуют шмадетные семьи.